Всем привет. Ну вот, ребят, разобрал я реверс весь, все помыл, отмыл, собрал обратно. У меня была такая проблема, вылетала передняя передача. Я с дуру разобрал все. Посмотрел, все нормально, шестерни нормально. Есть, конечно, выработка небольшая. Но я думаю, не так уж страшно. Посоветовался с мужиками, говорят, надо было вилку подрегулировать. Вот он болт, отдаешь его, вот он так регулируется, вот он болтик этот. Я не знал, мужики подсказали. Нашел тут в гараже старый реверс, хотел показать до прикола. Как можно было так в такой степени ушатать? Это просто ужас. Вот он старый. Нашел в гараже. Тут он слизано все. Шны нет тоже. Все, ребят, всем спасибо. Если есть какие-то моменты, подскажите, как что, в чем может быть проблема. Все, всем спасибо.